Китаем и Казахстаном очень хорошие, добрые отношения. И мы поддерживаем тесные контакты по глобальным и региональным вопросам. И, конечно, и впредь мы готовы также и поддерживать тесные контакты и сотрудничество с Казахстаном, чтобы совместными силами внести свой вклад в дело поддержания мира и стабильности и развития во всем мире. 25 лет установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, но в то же время стороны, страны, жители продолжают открывать для себя что-то новое. И подтверждением этому стал конкурс «Вместе на Великом Шелковом пути». Авторы, которые прислали свои работы на конкурс, пытались поделиться чем-то новым, пытались открыть какие-то новые грани в жизни Китая, вот, и в то же время преподнести тот положительный опыт, который есть у нас в соседней стране.